Здравствуйте, меня зовут Марцис Гассунс. Уже 18 лет я возглавляю школу иностранных языков. Мы преподаем мертвые восточные языки. Это очень актуально, особенно сейчас. Я кандидат филологических наук. Занимался когда-то наукой, а потом стал заниматься исключительно преподаванием и изданием книг. Изданием книг убыточно, и деньги мне нужно зарабатывать где-то на стороне. Вот, например, преподаванием можно заработать книги, которые потом можно... Книги. Заработать деньги, которые можно потом потратить на издание книг. В 99-м году, то есть 25 лет тому назад, я начал заниматься сайтостроительством. 20 лет я занимался продвижением сайтов, Search Engine Optimization, но мне никогда не было близко направление таргетолога, поэтому я занимался органикой, а вот платную рекламу я всегда поручал специалистам. Но сам лично ей никогда не занимался. К Алексею Селезневу я обратился, чтобы нашу ВКонтактовскую базу привести в некий порядок и увеличить. У нас изначально год назад не было никакой рассылки, а сегодня, вот спустя год, у нас 1100 человек в базе Сендлера, и мы выросли до 6700 человек в нашей основной группе, что для меня более чем хорошо. Более чем хорошо. Мы запустили с сентября месяца 5 новых направлений, 5 новых курсов. И каждый из этих курсов мы сопровождали таргетированной рекламой, которую настраивал как раз Алексей. И не только таргетированная реклама, но и бот, обучающий бот, которые цепочки этого бота мы выстраивали вместе в течение нескольких месяцев. И теперь некое изначальное знакомство с древнеиндийской культурой, письменной культурой, письменным наследием можно получить бесплатно в рамках бота в течение месяца. И это пользуется спросом. И это оказалось рабочим инструментом. Алексея я выбрал, потому что его мне посоветовала моя хорошая знакомая. И я ей за это благодарен, потому что Алексей очень добросовестно относится к своей работе. Он знает свою работу. Он не пропадает, как это бывает нередко в интернете с фрилансерами. Вот. А я имею опыт работы с фрилансерами. В течение многих лет я возглавлял коллектив из более чем 100 сотрудников в области интернет-маркетинга. Мы работали на разные заграничные компании, крупные компании. Поэтому что такое фриланс? Я знаю, я проводил сотни собеседований, нанимая разных сотрудников. Поэтому могу сказать, что Алексей в этом плане отличается в положительную сторону. И то есть мы получили подписчиков, часть из которых уже стали моими учениками. У нас есть рабочий механизм, есть такая мельница, на которую, если лить воду бюджета, уже видно, что она постоянно будет приносить новых учеников. То есть мы даже сейчас приостановились, потому что заявок стало слишком много, мы не успеваем все обрабатывать. Алексей держит слово в интернете, как и в жизни, это важно. Я однозначно рекомендую Алексея как таргетолога. Я не знаю всех его ипостасей, но как таргетолога ВКонтакте однозначно. 5 с плюсом. Спасибо тебе, Алексей. Низкий поклон.